писал. Все, ребята, F4. Ну дай мне управление. Нет, ты можешь только вот мышкой показывать. И может быть я к тебе прислушаюсь. Е4, ну чё, ну H3 это тупо. Нет, это тоже с идеей же H4. Почему это тупо? Тогда F5 вообще. Погоди, мат не надо получать. Мат висит. Я вижу. Ну, конь F3. Конь F3, E4. Вот, давай, идем на этот вариант. Да? Да-да-да, конь F3, E4. И что дальше, если не секрет? Ну, дальше так? Просто, да. На взятие, ну, все отлично. Ну, а я придумал, да, это будет каменная-каменная стена без фигур. Это отличный дебют. Если он сейчас слон F5 пойдет, то это просто ужас, конечно. Но, к счастью, не пошел-то. Тоже ферзь 4 играть неприятно, да? Ну, просто, может быть, король D1. Надо защищаться от этого глаза, к сожалению. К сожалению, надо защищаться так. Может было H4 просто пойти и все, ничего не было. Ну все, у нас теперь отличная позиция. Смотри, наши пешки идут. Ну да, если сейчас он ну, он не бьет, но мы можем побить вроде, да? Можем. Если сейчас слон d2 и 3-0, то какое-то подобие инициативы может появиться. Слон d2, 3-0 и пошли, ребятки. Да, ну, конечно, лучше было бы, если эти ребятки не шли, а если бы их не было. Ну, так они идут для того, чтобы их не было. Да, но это медленно. Нормально. Может быть, наоборот, надо позиционную какую-то идею E4 и E5 центром придавить. Ну, ладно, ладно, сыграем на 3-0. По-моему, как угодно можем здесь придавить. Отлично у нас компенсация. H6, по-моему, не туда ход. Что он создает зацеп. Вот теперь E4 нужно. E4 все. Конечно, E4, E5 и F5. А совместим. Это, конечно, его активность очень страшная тут. Ну все, E4, E5 и F5. Может, G5? Или G5. Или нет, давай сначала H4. Смотри, как все страшно. Вот H4 реально страшно. Это страшно, но шахматы так не работают. Надо играть стильно, а не страшно. Ну ладно, хорошо. Смотри, как это смотрится. Ну, F5, сам бог велел. А, есть. Он хочет... Слон B3, не спеши. Давай тогда король B1. Ну, это, наверное. Или слон C2. Вот слон C2, слон C2, наверное. Нет, ну сила. Здесь прям чувствуется у белых сила. Слон C2, ну да. Прям власть, доминация на доске. Да нет, какой доминации пока нет. Ну, с него все очень лучше объективно. Так, стоп, F5. F5, FE. А, ты нельзя брать, да? Можно ферзь E4 пойти. Ну тогда он как-то разрушит наши все эти. А, ну мы мат дадим. Я не думаю, что разрушение для него это здесь первый приоритет. Ну вот видишь, он отдает все. Не все, но отдает. Линия наша, ребята. Как раз пешка ушла, то что. Ну вот что теперь мы будем делать с пешкой H4? Да нет, тут все понятно уже. После F6 просто мат, наверное. Ну мат. Да, победа.